Доброе утро, добрый обед или добрый вечер, когда вы смотрите. Решили прокатиться в очередной раз с ребятами. Вот малое количество, сейчас доедем до точки сбора, там еще несколько машин нас ожидает. Ну, по идее, должно собраться прилично машин. Ну, посмотрим, как пойдет. Собралась небольшая банда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь на машинах. Все вроде кто-то на шоссейке, кто-то на оффроуде, кто-то на пятаке будет доминировать. Пока оффроуда не видно. Много машин, честно говоря, собралось. Ну, посмотрим. Нету, забыли дома, блин. Мой пилот в белых кроссовках. Я не знаю, что это значит, но мы в сегодняшней поездке узнаем, это хорошо или плохо. Самое интересное, как будет ехать вот этот автомобиль. Ну, посмотрим. Мы вообще самые лохи, на самой в резине такой, как будто приехали рубиться трое суток. Ну что, у нас начался оффроуд. Асфальт, короче, вот за тем деревом. Жаль, мы на буксире. Да, колея тебя ведет, едь прямо. Все, стой. Да стой, все. Давай, потихонечку вперед, по чуть-чуть. Его все, что за пушка, гонга, братан, бля, поливает, насыпает, едет, красавчик. Ну ты ж знаешь, что за канал смотреть. Знаю, да, я подписан. Ну вот. Подписчика нашли в лесу. Смотрите. Дикий подписчик. Дикий подписчик. Оказывается, они у нас есть, существуют, они боты. Уже выгнали, она уже не такая, как первый в ее проехал. Вернемся к нашей рубрике интервью. Как вы пришли к этому? Ножками, ножками. Ну как вы поняли, что вам надо заниматься оффроудом, и вы от этого получаете удовольствие?
просто машину продавали соседи. Не по очень дорогой цене. Решили взять, попробовать. И оказалось полезно попробовать. Да, оказалось интересно. Да. Попробуй чуть назад вперед. Давай, 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 красавчик. Кот, ну ты там далеко не уезжай, не торопись. Походу пятаки прилипли. А все, не рискуйте. Стойте, стойте, тут у нас человек на пятаках это встал, раздиагоналился. Я не шлось, не включил. А сейчас включил, да? А сейчас включил. Ну вовремя. Стой, 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 стой. Не дергай. Он в пенек уперся. Ты в пенек уперся. Отвяжи его, пускай попробует сам. Все наладилось. Да пускай будет. Оригинально, за бампер. Чуть-чуть они диагональ ловят, и все заканчивается. Уже давай. Что я тебе говорил про резину? Она у него будет везде слазить. Можешь вот так обойти и оттуда поснимать. Не хочешь? Там нормально. Там пиздец вот. Я хотел просто обойти по этому. Ну хотя там все можно. А ты тут просто повис.
Ты его, наверное, сразу дотащи до конца. Потому что он сейчас справа начнет падать, без блокировок он никуда не. Вот это я называю оффроуд, а не то, что мы с Белкой поехали по лайт-маршруту. Посередине не иди, здесь грех. Вообще, едь вот здесь. Едь там! Едь слева. Чего, Саш? Левее едь. Это в лыжу падать? Да, давай, рубись. Ну, застрял и застрял, все такое. Правая передняя работает? Правая сторона вся крутится. Да. Ну ладно, подожди, сейчас мы выдернем. Он поедет, он стартует. Дырку разорвало. Давай там. Замок! Чтоб наверняка, да? Ходи вперед. Ну как сказать? Да нет, это ожидает. А, нет, это нормально. Там мочиночек. Нет, я сказал. Кто стоит сзади? Там было два клиента влево.
справа. Там нужно пойти и посмотреть. Скорее всего, это не так. Вообще, ни там, ни тут, ни там.
Да не, вот тут... Стой! А чё у него стропа сверху лежит? Это ваша. Вот это наша стропа! Ничего без папки не могут. Вон, люди зато начали уже уметь искать объезды. А? Да нет, тут дно нормально, я не знаю, что там. Стой! А, нифига у вас система. Ох, какая волна! Еще одна встала. Не. Женя, достал его назад и здесь пошел. А ты все на пузе? Ни назад, ни вперед? Назад, бой мой, но садится. А что ты туда-сюда? Попробуй чуть-чуть назад. Потихонь, не рви, потихонечку. Вперед, назад. Вперед, назад. Все, они... Хотя идешь, давай вперед. Давай назад. Давай! Все, стой! Не, все! Нет. Ну, либо так. Блин, это снимать надо было. Ты думаешь, это не снималось? Поверьте, вы даже не понимаете, в каких вы условиях. Очень замечательное настроение. Да, и вот видишь, человек. Ты готов? Вторую пониженную. Поехали, газуй. Давай, еще назад выезжай полностью. Мужчина. Почему? А эти проедет. Дойдет. Скажите ему, чтобы газовал.
Че, обновили Нивы? Кто кричал в лопатку? Да меня не достал. Красиво? А я так ждал. Ну, у вас просто резина одинаковая. Можно пройду? Эна, давай гайдов вызывай. А, он застрял там. Ну что, господа, поплыли? Саша, что ты поплыли? Это, который приезжает для набережной, да? Вот так вот катаемся. Или красиво встать. Встань красиво. Может быть, туда, к тем дольменам, которые сзади. Это самый нормальный стол. Ну вот возле него давай и это паркуйся. Я, честно говоря, не знаток истории. Константин Юрьевич больше шарит. Но говорят, что кого-то туда что-то ложили или засовывали, они там умирали. Ну, трупов нет. Но приманка яблока лежит. И на самом деле, насколько я знаю, по-моему, это загадка истории. Кто их и как их. Что-то в этом духе. Ну, место прикольно. Вот один разрушенный, вот второй разрушенный, вот целый. И тоже яблоко лежит. Сейчас подойдем, покажу. Видимо, какая-то приманка. Сейчас глянем. Ну да, яблоко лежит. Приманка, наверное. Ну, место классное. Прям пригородка, погодка. Там у нас один без генератора, второй не заводится. Болельщики для динозавров раньше строили. Люди-великаны. Что-то непонятно. Видишь, круглая дырочка. И, кстати, там ты посмотри, там на дырках яблока лежит приманка. Здесь для на динозавров. То... А, динозавр. Нет, эта свинья должна за яблоком потянуться и башкой застрять в дольмене, и ее придут и палками забьют. У тебя левая не крутится. Андрюх, подожди. Подожди, куда? Да, он уже дверь мнет. А-а-а. Пускай колеса вправо выкручивает. Андрюх, тебе надо колеса вправо выкручивать и вперед газовать, и ребят звать и толкать. Вправо, вправо, вправо. Тут мы все и останемся.
А все, давай попробуем. Костя газует. Еще вот тут подкапывай. Правое колесо. А у него блокировок нет? Нет. Я думал... У него есть задняя, но она умерла. Она вообще уже ничего не... А я думал, веса есть. Никакого. Нет, задняя есть. Давай. Ну, просто... Нет. Ну, ладно. Это рулит! Блокировки рулит. Ну что, так можно было? Да, там следующий. Давай, там все будут без лица. Его. Давай, пошел следующий. Пятаки гребут. Пятаки вообще какая-то странная существо. Пятаки прям без блокировок, молодцы. Ну, я тебе сказал, блядь, немножко послабее. Давайте, отходите. Слушай, сейчас еще гудричи будут грести, я вообще офигею. Слушай, что говорят. Вот его слушай, в кепке которого. Давай, хорошо. Без блокировки, по-другому едет. Гудрич, но без блокировок, и пошел. Этот пусть на ходах так и идет, заедет и дальше едет. А это кто? Это же. Так давай сюда его. Куда? Ну тормози на ходах. Назад. Подъеду, меня тоже держите. А все, Саша, последний. Да, я вижу. Хороший водитель. Я понял, про какой волшебный лес говорил мне Белка. Про какой? Вот про этот вот. Почему? Жалко, не поехал с нами.
Назад, скажи. Потихонечку, не торопись. Ну, пойду хоть на водопад посмотрю. Зря ездил. О, нифига, водопад есть. Правда, он существует? Да-да, как? Этот, который на более-менее новой Ниве, которого пары типа не промыкают, короче. В смысле? Они вообще-то не могут. А, они только вспотели. Потеют, но я говорю, то есть ему включить можно. А он там здоровый. Техника, вот люди живут. План выехать в белых кроссовках не удался. Обещали лайк, обещали, что проедет сток. Сток не проедет, только тянуть. Ну, даже не пару мест. Достаточно много мест таких. Хороший маршрут, очень понравился. Вынуждены были, к сожалению, оставить команду. Они там надолго, у них там пир, на водопаде все хорошо. Потом они еще чиниться будут. У нас, к сожалению, время не позволяет так долго отдыхать. Мы быстро выехали и поперли домой. Про время скажи, которое туда и обратно затратили. Ну, туда мы сколько, 8 или 10 машин ехали? 9. Ну, видели две вообще стоковые на никакой резине. Туда 7 часов, две поломанные машины оставили их. И обратно мы на Ерше 1.5 часа. Без малого даже, 1.5 часа. Все отлично, все круто. Вот. Ну, у пацанов, что, я их поздравляю, у них большой опыт. Этот, у многих это первая такая выездка боевая. Я свою никак не забуду. Где-то вот здесь вот будет ссылочка, наверное, на нее. Вот тогда мы порубились, и вот многие сегодня, ну, как минимум половина машин ехала вот в такой же роли, и они кайфовали. Ребят, мы вас очень сильно просим, Константин Юрьевич вас тоже очень сильно просит, подписывайтесь, ставьте лайки, мы будем вам благодарны. Пальцы вверх. И репосты в Инстаграме, обязательно. Тизеры у нас клевые. Всем пока. Вид такого разгона!